Я хочу тебе предложить сделку на всю жизнь со мной. Контракт, как ты на это смотришь? Всю жизнь, прикинь, одна жизнь. До конца вместе, Жан, я тебя очень люблю. Я тебе дарю свое сердце. Будь моя жена. Подождите радоваться, пусть Айсулу ответит. Айсулу, ты согласна? Да. Да! Певец и бывший солист из знаменитого дуэта «Нон-стоп» Максат Садырбеков сделал предложение своей девушке Айсулу Молдалиевой. Предложение руки и сердца состоялось в одном из столичных кафе, где отмечали день рождения Айсулу Молдалиевой. Максат встал на одно колено и спел ей строчки, которые сочинил накануне. Максат настолько волновался, что немного сбился. Слева меня делал, справа меня пугал.